И это несколько лет назад фирма Blizzard Entertainment родила игру Diablo. Игра считалась ролевой, поскольку геймер мог выбирать себе героя, а сам герой интенсивно умнел и набирался опыта, выполняя различные квесты, а также круша всех и вся на своем пути. Diablo был ярким примером того, что мордобой с вкраплениями магии тоже может иметь некий смысловой оттенок, поскольку теперь на исход поединка влияет не только размер дубины, но и степень мастерства владения героя этой самой дубиной. Возможно, одной из примечательных черт Диабло была его наглядность и доступность. Другими словами, изменяя ту или иную характеристику героя, можно было тут же насладиться результатом. С тех пор, как появился Диабло, многие разработчики компьютерных игр пытались создать нечто похожее. У одних это получилось, у других нет. Естественно, большинство пытавшихся в один голос утверждали, что стремятся сделать игру не похожую на вышеупомянутый хит. И как это бывает в таких случаях, чем оригинальнее пытались казаться авторы, тем более игра походила на Диабло. И дело тут не в отсутствии фантазии у геймдизайнеров. Просто сделать что-либо хорошее так же, только по-другому, задача весьма трудная. Как правило, получается та же конфета, только в другом фантике. Игра, о которой мы говорим сегодня, как раз представляет собой такую конфету. Итак, Нокс. По сюжету игры наш главный герой – простой современный парень, типичный представитель среднего класса, личность, в общем, ничем не примечательная. Главная отрицательная героиня игры – колдунья-некромант по имени Хикуба. При помощи своих чар вытащил несчастного обывателя. Игры такого рода не принято усложнять излишним количеством настроек главного действующего лица. Поэтому авторы ограничились изначально заготовленными тремя типами персонажа, снабженными краткими, но вполне содержательными резюме. Первый тип – воин. Сильный физически, способный носить любые доспехи и использовать любое оружие, кроме луков. Магией воин не владеет, однако по ходу игры способен осваивать всевозможные приемы. Второй тип – фокусник или волшебник. Весьма примечательный персонаж, использует магию, а также наделен способностью подчинять себе животных, после чего последние сражаются на его стороне. Из оружия предпочитает луки и посохи, носит легкие доспехи. Третий тип – герой-маг. Самый обыкновенный маг, каких много. В арсенал мага входят различные заклинания, всевозможные посохи ближнего и дальнего действия. Причем, если в посохе кончаются заряды, колдун весьма успешно начинает орудовать им, как простой палкой. Гардероб колдуна состоит из всевозможных мантий, плащей и колпаков, имеющих в большей своей массе различные особенности. Единственное, что остается неясным при выборе типа героя, так это то, в какой момент падения с неба, сказочной страны, наш главный персонаж решает, кто же он по своей направленности. Ведь в зависимости от этого определяется, насколько герой будет силен, ловок и способен использовать заклинания. То есть, по всем законам логики, ситуация выглядит следующим образом. Летит себе наш молодой человек вверх тормашками с большой высоты, и вдруг ни с того ни с сего чувствует, как тело его наливается богатырской силой, и кажется ему, что если был бы его в руках меч, то натворил бы он добрых дел столько, что и подумать страшно. Или по-другому. Сцена та же, только герой наш слабеет, а в голове его начинают вертеться всевозможные непонятные символы и слова, и кажется ему то же самое, что и в первом случае, только вместо меча наш герой держит магический посох. Хотя можно допустить, что в результате потрясения у нашего героя просто произошел определенный сдвиг в сознании, а вот направление сдвига предоставлено выбрать вам. Сделав это, мы попадаем в игру. По устройству интерфейса игра очень похожа на упомянутый Diablo. Обратите внимание, мы имеем в виду структуру, а не внешний вид. То есть неважно, из какого угла экрана вылезает меню инвентаря, важно, что оно есть. Отличительная особенность его состоит в том, что вещи, которые герой несет на себе или держит в руках, выделены желтой рамкой. Каждый предмет оружия или одежды имеет определенный запас прочности, который убывает по мере его использования. Если этот запас иссяк, вы безвозвратно теряете данный предмет. Неприятная особенность игры. Предупреждение о том, что предмет уже порядком износился, предусмотрено только для оружия. Если вы хотите выяснить степень потрепанности вашей одежды и доспехов, вам придется лезть в инвентарь, что создает определенные неудобства. Приятная особенность у вашего героя – наготове всегда есть два предмета вооружения, которые он может быстро менять по необходимости. Смена, как и большинство операций в игре, осуществляется с клавиатуры. Еще одна приятная особенность – герою не обязательно тратить деньги на опознание предметов, все это он может сделать самостоятельно. Как уже было сказано, из всей троицы заклинаниями не владеет только воин. Роль заклинаний для него выполняют разнообразные приемы, первым из которых становится атака берсеркера. Воин просто разбегается и изо всех сил врезается головой в противника, нанося немалые повреждения. Один недостаток. Это работает только с медлительным врагом. В
противном случае можно прибольно треснуться головой и временно потерять ориентировку, чем противник не побрезгует воспользоваться. Воина стоит выбирать, если вы фанатеете от всевозможного оружия и доспехов. Довольно занятной особенностью колдуна и волшебника является возможность использования нескольких заклинаний одновременно. Делают они это по-разному. Фокусник использует так называемого бомбардира. Это некий ассистент, которому изначально задаются несколько боевых заклинаний, а затем в нужный момент он является по вызову хозяина и колбасит первого подвернувшегося врага. У мага дела обстоят похожим образом, только свои заклинания он заряжает в магическую мину. Чтобы почувствовать всю глубину познания мага, врагу достаточно наступить на ловушку. Кстати, не сработавшую мину маг может взять с собой, а затем бросить ее где-нибудь в более подходящем месте. Естественно, подобные выкрутасы требуют большого количества маны, поэтому использовать ловушки лучше всего только с крупными врагами. Пополнять запас маны можно при помощи соответствующих зелий, а также специальных обелисков и кристаллов маны. Манодающие объекты светятся голубым цветом. Чтобы зарядиться, достаточно подойти к объекту вплотную. Всевозможные заклинания главный герой осваивает в ходе игры. Интерфейс игры содержит 5 поясов заклинаний по 5 ячеек в каждом. Вы можете менять заклинания местами по степени необходимости. Каждое заклинание имеет 3 уровня силы воздействия на противника, некоторые из них самонаводящиеся. Это очень удобно, поскольку ближний бой не является сильной стороной волшебника и тем более мага. Поэтому большинство своих лучших поединков вам, увы, придется провести спиной к врагу, если вы, конечно, выберете 2 последних типа личности. Кстати, о поединках. Спешу поделиться с вами одной уловкой. В игре ваш герой выучит заклинание молнии. Особенность его в том, что она работает до тех пор, пока вы держите нажатую соответствующую клавишу. И пока у вас не закончится запас маны. Причем разряд поражает всех окружающих вас противников. Заманите монстров поближе к какому-нибудь источнику маны, а затем начинайте метать молнии. Ваша убывающая магическая энергия будет постепенно пополняться из источника. В результате заклинание будет действовать в несколько раз дольше. Вывод. Пара секунд высокого напряжения, и даже очень крупный монстр превращается в цыпленка табака. Особенно этот прием полезен в сражении с боссами. Даже если босс выжил после такой массированной атаки, его можно будет легко добить обыкновенным посохом. С повышением уровня самосознания, проще говоря, опытом, ситуация в Ноксе обстоит так же, как и в Ревенант. То есть, порушив некоторое количество врагов и выполнив ряд заданий, наш герой достигает очередной степени просветления. На его голову сыплются красивые искры, дающие понять, что вы стали быстрее, выше, сильнее. Все параметры растут одновременно. Кроме основной сюжетной линии, в игре Нокс существует множество побочных квестов. За их решение герой также получает очки опыта. В конце игры вам, видимо, придется столкнуться с самой главной злодейкой, колдуньей Хикубой, которую вы, если хватит терпения и сил, конечно же, одолеете. Вывод. Нокс не самая скучная игра в своем жанре. Она по-своему интересна, хотя описывая ее весьма трудно, а порой и невозможно избежать словосочетания «как дьявола». Хотим мы этого или нет, но нас снова лишили возможности настраивать героя и распределять очки опыта. Лично мне не очень нравится такое оболванивание ролевого момента игры. Конечно, игра не должна быть слишком мудреной, чтобы не терять свои прелести, но слишком сильная упрощенная ролевая игра — это уже, извините, аркада. На этом все. Это был Сидоров. До новых встреч. Пока.